Итак, всем привет. Вот, значит, решил заморочиться, купить чехол для вот такой, значит, экшн-камеры Xiaomi UI. Вот. И, значит, вот тут есть такой, значит, недостаток, что при закручивании на монопод, вот, как вот все, наверное, знают, у нее есть, она не закручивается до конца. То есть вот такая вот, остается вот такой люфт, она вся болтается непонятно в разные стороны. Вот, и очень нехорошо и неудобно пользоваться. Приходится всякие сюда, блин, бумажки подкладывать, всякую ерунду. И это не очень удобно, не очень эстетично все это выглядит. Вот. Я думаю, что с заказом, вот, значит, с установкой на камеру силиконового чехла эта проблема уйдет. Вот. Ну, будем смотреть. Вот я заказал, значит, конечно, у всеми любимых китайцев сей чехольчик беленький, тоже так же под камеру. Вот сейчас мы попробуем его одеть, посмотрим, что он из себя представляет. Вот он, малыш. Вот. Кому интересно, могу ссылочки на продавца дать, не проблема. Вот, а сейчас мы попробуем одеть наш чехольчик. Вот. Так, вот тут вырезка есть, значит, для того, чтобы монопод сюда, значит, крепить. Ну, вот она такая. Конечно, несколько топорно выглядит, но ничего. Зато такая мягонькая, в общем-то, не тонкая, такая толстенькая. Вот. Так, ну, вот, значит, не спеша одеваем. Очень все хорошо растягивается. Видно, что материал такой, хоть и внешне топорно все элементы выглядят, но, в общем-то, очень хорошо он тянется. Очень похож на силикон. Не знаю, что тут состав какой, честно говоря. Но это маловажно. Ну вот, так она выглядит, значит, в одетом в чехле состоянии. Вот, очень даже неплохо, я скажу. Меня вообще все устраивает. Вот, значит, видно вот огонек, все его видно. Давайте пробуем Wi-Fi включить. Вот, тоже, в общем-то, все видно, все прозрачно. Отверстия под микрофоны всевозможные, все тут присутствует. Так, вот. Значит, пробую накрутить монопод. Все просто великолепно. Держится как влитое. Ничего не трясется, не болтается. Вот. Меня предельно все устраивает. Тем более за такие скромные деньги. Всем рекомендую, если честно, чтобы вот этой ерундой не заниматься. Сюда картонки не подкладывать. Вот. Чехол одел, и камера защищена. И, значит, на моноподе отлично все выглядит. Ну вот. Надеюсь, мое видео было полезным для всех пользователей данной камеры. Кому понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не пропустите все самые интересные экшн-видео, снятые на эту камеру. Всем спасибо, всем пока.